Всем привет, ребят! Сегодня у нас опять китайка и будем пробовать, как обычно, бегать на битве гильдий. Сейчас посмотрим, какие там у нас противники, какие расстановочки. Ну и определимся уже с атакующим составом, кого мы будем сегодня использовать. Так, окей. Огнекрыл. Фрейю, Фрейю не вижу. Да, есть тоже Фрейя. Ну, интересная расстановка. Так. Ну, тут, в принципе, ничего сложного не должно быть. Так, тут у нас... Ну, в принципе, сейчас попробуем через некоторых повытаскивать. Так, окей. Бигфут. Попробуем пока без ремки. Есть. Афина не нужна, берем Фрейку. Так. Сетик плюс 70% дает. Пятый сет всего лишь. Просто жесть. Так, второй герой. Есть. Так, ворожай. Ремка, кубок. Третий. Сюда берем огнекрыла нашего. Порочный пакт и грубая сила. Так, есть. Четвертый. Так, 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 так. Также мы будем использовать, пробовать сегодня дерево. Так, дерево есть. И... место Анубиса. Надо белочку, если что. Так, ну, вроде как бы все. Поехали. Так, тут у нас Фрейя. В принципе, они все как-то так. Можно повытаскивать, сейчас попробуем. Конечно, лучше бы оживу поставить, ну ладно. Это жестко, жестко. Сейчас посмотрим на кого-то другого загреть. В принципе, тут чем хорошая расстановка, можно агреть с любой стороны. Вот сейчас отлично. Так. И ворожая на отхил. Вот чем мне нравится Фрейя на дефе. Да, жестко слили. Ну, стрелка нету, можно и минотавром пробежаться. Но попробуем пока такой состав. Видите, сразу Фрейя Фрейю долбит. Так, огнекрыл, давай, включайся. Ну, неплохо, неплохо, там кого-то мы уже ушатали. Вот смотрите, какой урон. Ну, Анубис практически ушел. Сейчас, если Фрейю добьем. Ай-яй-яй-яй, ворожай. Обидно.
Так, Фрейю слили. Смотрите, что он делает. Так, окей. Запускаем. Некроса. Ну, в принципе, думаю, должны добить. Даже без дерева, если повезет. А может и нет. Сейчас посмотрим. Смотрите, какой жесткий. Ну, у нас есть дерево. Ни хрена себе. Вот так вот. Шанс слива, как обычно, минимальный. Так, окей. Интересная, интересная, конечно, была битва. Разница в силе чувствуется. Надо силу качать. Так, окей. Поехали дальше. Топ номер два. Показалось, что дырочный. Так, запускаем. Так, смотрим. Прая тоже есть, отлично. Просто отлично. Да, жестко, конечно, не долбит. Ну, тут такая расстановка, можно даже в лоб кидать, в принципе. Так. Пробуем еще разок. Фрейя на Фрейю. Самое главное, чтобы она ворожея. Вот смотрите, как мой слился сразу практически. Ничего себе, нормально моя долбит по 500 тысяч критом. Так, он сейчас, конечно, нас сольет. Ну, пробуем дальше. Вот 12-е скиллы. Еще разок. Убивается жестко, конечно. Странно, а чё? Не резнуло ворожея? Или это он так быстро ушатался уже? Да, без варика. Для Минотавра это, конечно, расстановка, подарок просто. Так, ну-ка смотрим. Сейчас она бьет, пусть пока бьет. Попробуем аккуратно ворожея затащить. Сразу моментально улетает, причем. Так, а ну-ка давайте всех вместе. Вот так вот попробуем. Что у нас получится? Конечно, это очень жестко, не надо так делать. Так. Попробую отсюда. Самое главное, это огнекрыло ушатать. Ну, ворожаи сразу слили, странно. Моментально.
Так. Бигфут тоже не вариант. Ладно, давайте сейчас следующего попробуем, потом вернемся сюда обратно. Так, что тут у нас? Тут у нас можно вытащить Анубиса. Попробуем такой вариант. Конечно, по дамагу, блин, очень странно это все выглядит. Жесть просто. Ну, интересно, интересно, как обычно. Пробуем, пробуем дальше. Кто будет следующий? Повелитель бури. Отлично. О, Воржей. 600 тысяч прошло. Нифига себе. Круто. Ну, теперь самое интересное. Самое главное, чтобы они не подошли к огнекрылу. Можно, в принципе, даже так вот сделать. Растягивать героев. Ну, нормально, фрейка вражеская нам помогает очень хорошо. Так, а вот это уже печальненько. Нифига себе. Жесткие, жесткие, типа. 82%. Так, ну сейчас пусть пропадут все. Ну, кто кого? Ну. А, жесть, короче. Вот так вот, ребята, 97%. Немножко не хватило. Так, окей. Поехали дальше. Как видите, огнекрылы, блин, хорошо смотрится. Ну, правда, тут не тот состав, который потащит именно такие расстановки с Минотавром. Можно просто пробежаться, даже не заметить. Но интересно все-таки именно так потрешивать против топов. Так. Ну, что-то тоже такое же непонятное. Так, бьем в первую очередь по Анубису. Хорошо, не вопрос. Отхил. Ух ты там, Фрейю. Ничего себе. Это жесть просто, как они раздают. Так, раз, два. Давайте так попробуем тогда. Отхил. Вражеская Фрея. Тут, в принципе, огнекрыла нету. Тут мини страшно это все. А вот, как видите, против огнекрылов реально посложнее расстановки. Сложно воевать. Ну и плюс, я не знаю, почему так, но тут очень много наносят урона они на битве гильдии. Мои намного меньше наносят урона. Наверное, скорее всего, титул здесь очень влияет. Не знаю, почему так, но если сравнивать такие же герои на русском, практически, но все равно тут не так тащит. Так, окей. Поехали дальше. Так, у нас тут топ есть еще один. Так, ну тут, я думаю, никаких проблем не будет. Не должно быть, по крайней мере. Так, есть стрелок. Ну, стрелок это не проблема. Был стрелок и нет стрелка. Выпускаем своего огнекрыла. Вот тут.
Ничего себе, ну ничего себе. А если сделаем так и вот так, осталась одна Фрея. Ну, тут без вариантов. Ты. Так. Что там у нас остался еще один? Да, еще один остался. Тоже интересный. Так. Тут надо пробовать ушатать Огнекрыла. Да, без варика. Ну, смотрите, как убивается. Просто жесть какая-то. Нереально. Ладно, попробуем в лоб. Все равно. Что нам терять? Сразу минус Огнекрыл моментально. Жесть просто. Это жесть. Так. Ну, сейчас, если не пройдем уже, то попробуем Минотавра просто выпустим нашего зверского. Вот видите, ну, не добивает почему-то, не знаю. Сразу минусует, моментально причем. Вообще по урону мои даже в долю не падают. Ну попробуем еще отсюда Огнекрыла запустить. О! А блин. Блин, не того, кого надо. Ну давай бей, смотрите, как она слабенько бьет. Жесть просто. Ладно, трешуем. Ай-я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 й, Анубис. Огнекрыло потащил. Да. Да. Ну-ка попробуем так. Смотрите, практически сразу ушатали. Жесть просто. Настолько анекрос бесполезный уже.
Пипец. Ладно. Чем мы будем заморачиваться? Прея есть. Так, есть. Дерево есть. Ставим нашу секретную, секретное оружие. Так, окей. Место Бигфута возьмем. Не Хрона, а возьмем. Седну. Вот так вот. Так. Так. Зачем заморачиваться? Два героя и огонь просто. Так, раз. Два. Да бежит. Вот так вот, ребят. Вот такая вот битва гильдии. Можно не мучиться, вот просто иметь Минотавра в топ вкачанного и одну седну там без разницы первого уровня. И шатать их всех. В принципе, все. Потрешевал. Побегал, как бы интересно было посмотреть, что же поменялось. По сути, прокачки улучшились, а на битве гильдий от этого никаких изменений нет. Как шатали, меня таки шатают, надо все-таки качать силу. Все, всем удачи на БГ, всем пока.